Да уж, красоты пока не видно. Друзья мои, я недавно разместила пост в социальных сетях и рассказала о том, что я провожу эксперимент со своей внешностью. Отращиваю волосы, седину, не крашусь, не стригусь. Как один из комментаторов написал, ты бы еще голову не мыла, волосы свои. В общем, хочу кардинально поменять имидж, стрижку поменять и посмотреть, как я буду выглядеть с полностью седыми, некрашенными волосами. Началось, конечно, все подтолкнуло меня на этот эксперимент. Видео Филипп Киркоров, как поменял свой имидж. Ну, мужчины есть мужчины, они, конечно, по-другому все это у них смотрится. И седина их, как правило, украшает и красит. Благородство, что ли, придает. А у женщин, ну, когда они молодые, может быть, и ничего будет. А у пожилых женщин, таких как я, в возрасте, мне уже все-таки в апреле будет 64 года, оно не всегда так, как надо, смотрится, не всегда красиво. В общем, начиная с декабря, я уже начала, как говорится, отращивать все это. Декабрь, январь, февраль, 3 месяца прошло. И еще месяц я подожду, вот 4 месяца, и хочу все-таки подстричься. Но все мои эксперименты в этом плане, моя подружка мне помогает, Надя Девяткова, мастер. Мы с ней дружим уже со студенческих времен, и все эксперименты с моими волосами, стрижки, это все ее работы, ее золотых рук. В общем, красоту она мне помогает наводить. Я думаю, что и в этой ситуации мы с ней что-то придумаем хорошенькое. Вот, но сами по себе волосы у меня, седина, она такая, конечно, непонятная. Она такая серенькая, если вот камера позволяет вам увидеть. Не такая, как бывает, знаете, прямо вот белая-белая. У меня подружка была, Таня, она, ей прямо очень красиво было. Она у нее такая белоснежная была седина. Вот, а у меня, ну, посмотрим, что получится. Мне кажется, что если потом подтонировать каким-то шампунем тонировочным или ополаскивателем, то будет неплохо. В общем, следите за событиями, слушайте песни в моем исполнении на моем канале. Не забудьте подписаться на мой канал, который так и называется Наталья Потаева, Тюмень. А да-да-да, я еще и пою наши старые любимые советские песни, песни советской эстрады. Не забудьте лайк поставить этому видео, поскольку я начала уже немножко зарабатывать на моем канале, и к моей пенсии $100, согласитесь, не лишнее. В общем, побежала в ванну, сейчас помою волосы, посушу и посмотрим, как у меня в укладке пока смотрится это дело все. Для мытья волос я использую мою любимую серию Dove. Шампунь и ополаскиватель. Ну вот, подсушилась. В общем, вот на сегодняшний день у меня вот так подросли волосы. Вот так выглядит седина моя. В общем, посмотрю. Хочу кардинально поменять имидж. Что получится, вы увидите в следующем видео. Пока!